У нас на Ярославке идет строительство. Строят эстакаду. И вообще расширяют все Ярославское шоссе. И происходит это, между прочим, как раз напротив миссии. Или по нынешнему Московского государственного строительного университета. Вот куда я сейчас и иду. Вот так вот выглядит эта стройка. И вот достаточно много народу. И, честно говоря, я почему-то думаю, что это шахматисты. Но я побегу, потому что ждать здесь на этом переходе довольно долго. Минуты три. А потом на полминуты пускай. Но вот где заходить, я не знаю. Может быть, это и не шахматисты. Вон там сооружают уже. Накладывают балки на опоры. И здесь Ярославское шоссе, центральная его часть, я так понимаю, поднимется. Так, ну вот, по-моему, вот эти два человека уж точно шахматисты. На студентов они не похожи. Так, ну вот тут хорошо можно пройти. Но куда идти? Я, честно говоря, не знаю. Ну, пойдем к главному входу. Время до открытия. Так, 13:46. Ага, это мой маленький аккумулятор мне показывает, что у меня 20 минут. Но у меня большой аккумулятор еще есть. Часа на 3, по-моему.